Друзья, всем привет! Мы приехали к тому товарищу, которого вы там написываете, что он такой охуенный, вообще прям не знает, куда себя деть. Роман, это его дом. Вот. И стоим мы вот у калитки. Нас даже не позвали домой. Мы ждем сейчас такси. Сейчас приедет. Не такси, а дедушка. Собак с собой взяли. Вот они, наши собаки. Взяли с собой собак. И паника началась в плане того, что типа, ну, надо было предупредить, что вы собак берете. Надо было не брать собак. Ну и все такое. Вот. Я делаю ему рекламу, чтобы вы видели, слышали и знали, кто такой Роман с Ириной. Вот, в общем, как-то вот так. Предупредил, не предупредил там, ну и вот такие вот всякие отказники, короче. Ну, только чтобы нас не принять. Ну, отлично. Спасибо, Роман. Спасибо. Реклама тебе охуительная. Прям вообще хорошо.